Шериф округа Санта-Фе заявил, что выстрел из пистолета, жертвой которого на съемочной площадке фильма стала женщина-оператор, сделал актер Алек Болдуин. Уточняется, что инцидент произошел в штате Нью-Мексико, США, на съемках вестерна «Ржавчина». Власти подтвердили, что Алек Болдуин, актер и продюсер этого фильма, выстрелил из пистолета, убив оператора фильма Алину Хатчинса и ранил режиссера Джоэла Сауза, отмечается в сообщении. По предварительным данным, актеры на съемочной площадке должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пули или осколки задели двух человек, которые находились рядом. Пострадавшая 42-летняя женщина была доставлена на медицинском вертолете в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Официальных обвинений в отношении Болдуина в настоящий момент не выдвинуто. Напомним, что Болдуину 63 года. Он снимался в таких картинах, как «Перл-Харбор», «Авиатор», «На грани» и многих других.